было распаковочек. Ну, во-первых, не очень давно, а во-вторых, Алиска, у меня для тебя есть сюрприз. Какой? У нас сегодня будет распаковочка! Эквестри! Смотрите, какая большая, но за сзади меня не видно! Это целый кинотеатр Эквестрия Герлз! Сюда можно поставить мой планшет и смотреть My Little Pony! Все правильно! Смотрите, какая прикольная штучка! Какая штучка? Ух ты, попкорн! Ничего себе! И куколка тут идет вот в комплекте, да? Да. Вот и еще куча аксессуаров. И там куча аксессуаров. Да. Ну супер, давай тогда распаковывать и смотреть. Давай. Да. У нас эквестрий много. У Алиски тоже уже почти вся коллекция собралась, да? Да, друзья, мы вам показывали в одном из видео. Да, распаковку. Но у нас после этого еще был набор. Да. Там пляжный, по-моему, да? Да, пляжный. Алиса в коробке. Из коробки вылезла коробка. И что там вкладыш? Вот вкладыш. Ну. Давай смотреть. А я пока это посмотрю. Ой. Алиса! Ку-ку! Стандартный, обычный или нет? Так, вкладыш был... Ой! Конфетка вылетела, смотрите, какая маленькая. Это я сейчас сделала. Так. А, вкладыш был у нас вот такой вот. Да, тот же самый. Вот этот набор у нас есть. Вот этого нету, кстати, с кухонкой. И с этой стороны тоже вот так вот все это дело выглядит. Рарити у нас есть, и мадам ученый у нас тоже есть. Вот так вот. Что у тебя тут вылетает? Посмотрите. Какие-то мелкие детальки. Что это? Мороженка? Мороженка. Стаканчик, конфетка. Это что такое? Какая-то подушечка. Тоже конфетка, наверное. Точно конфетка. Смотрите, что я достала. Вот такой набор. Алиска, я тут... Да, забирай. И вот это открывай тоже, смотрите. Моя мишка. Ой, смотрите, друзья. Тут кассовые билетики. Вот такие. Вот касса. Видите? Да. Это денежка? Нет, это билетики. Билетики в кино? Да. Прикольно. И маленький билетик. Полочки со сладостями. Так, вот еще тут. Так, сейчас я выдербаню. Я работаю. А смотрите, какой попкорн классный. Сладкий попкорн, кстати. Сладкий, ты думаешь? Да, это сладкий. Тут есть и соленый, и сладкий. Вот, вот соленый, вот сладкий. А где соленый? Вот он. И вот такой же, но соленый. Так Алиса решила. Это что за подушечки такие? Ну, конфетки какие-то, мне кажется. Да. Это конфеты. Так. Вот такой вот шкафчик. Полочки. Еще есть... Вот такая вот, вот шоколадка. Классная, надкусанная. Да. Наверное, ее Пинки Пай ест. Почему Пинки Пай? Ну, она более такая. Хулиганистая? Да. Никто не понимает, как трудно найти барабанщика, который умеет хорошо играть двумя руками. Ага. Я, кстати, очень часто, когда собираю школу, там идет мультик My Little Pony. И ты смотришь, да, пока завтракаешь? Да. Вот. Конфетка. Да, еще одна конфетка, такая голубая. Столько аксессуаров. Смотрите, кстати, какие рогалики. Кстати, я полочку не показала. Ой. Вот полочка. Полочку я показывала. Угу. Смотрите, какие рогалики натуральные. Привет! Привет! Это я, Пинки Пай!
Смотрите, какие 3D очки. Правда, как настоящие, да? Ну что, Алиска, ты что-нибудь там видишь? Да, я вижу канал Мисс Элис. А ты видишь зрителей, которые еще не подписались на канал? Вижу, скорее подписывайтесь, а то усосетесь в ту коробку. Так, у нас куколка на подходе. Ой. О, у Пинки Пай, смотрите, точно такие же очки. А тут, кстати, бантики. Алиска, сейчас, подожди. Я хочу ее показать. Сейчас покажешь. И сама у нее посмотри. Тут еще... О! Дай. Есть! Мое добро. Есть! Твое. Смотрите, какая девочка. Классная, да? Она кассир продает билет. И попкорн, видимо. Смотрите, какая она миленькая и классненькая-классненькая. Ты запомнила, как ее зовут? Нет. Дженнифер. Ой, у мамы тут все посыпалось. И здесь еще у нее такие хвостики и фартушек, и на юбочке такие кругляшочки. Так, у нее вот такая штука высыпалась. И копытца. Держи, я не знаю, что это. Это как ее? И у нее фуражка еще вот такая вот. Продается попкорн, вкусный попкорн. Стульчики. Показывай стульчики. Такие стульчики и на сидушках звездочки. Классные. И Алиска, смотри. Огромный кинотеатр для твоего планшета. Вот бабушка совсем недавно купила Алисе подставку под планшет, потому что она любит смотреть YouTube, когда кушает. Зря бабушка купила подставку, да? Ну что, Алис, классный кинотеатр? Ага. За ужином поставим сюда планшет. Всем пока-пока! Пока-пока, друзья! Желаю вам тоже таких классных покупок и поздравляю с конца первой четверти. Точно! Это же у Алисоньки первая четверть закончилась, первого класса, первый рубеж, да? Да. И мы ушли на каникулы, получили классные подарки, у нас есть возможность почаще снимать для вас видео на каникулах. Да. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и Алисоньку тоже поздравляйте с окончанием первой четверти, как она вас. Мы вас любим, пока-пока. Пока.